Добрый день! Мы приглашаем вас на урок физической культуры. Тема нашего урока – командная работа в эстафетах. Цель нашего урока – знать и уметь выполнять комбинации движений и их последовательность в некоторых упражнениях. Техника безопасности на уроках физической культуры должна быть это надеть спортивную форму, снять с себя предметы, которые представляют опасность, это, например, часы, серьги, браслеты, кольца, соблюдать правила игры и игровую дисциплину, выполнять все указания учителя, при выполнении упражнений соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. Выполнять только те упражнения, которые определены учителем. Итак, выполняем общеразвивающие упражнения. Здравствуйте! Выполняем общеразвивающие упражнения. Ходьба на месте. Шагом марш. Руки на пояс ставь. На носках марш. Руки за голову ставь, на пятках марш. На месте стой, раз, два. Исходное положение, стойка руки на пояс. Пружинищие наклоны в сторону. Один, два влево, три, четыре тоже вправо. Повторить 4 раза. Исходное положение, стойка ноги врозь. Согнувшись вперед, руки в сторону. Выполняем мельницу. 8 раз. Исходное положение, основная стойка. Раз, прогнуться назад, руки вверх. Два, наклон вперед, руки вперед. Три, присед, руки вперед. 4, исходное положение. Повторить 8 раз. Исходное положение, руки на пояс. Раз, выпад правой руки на колено. Два, исходное положение. 3, 4 тоже левой. Выполняем 8 раз. Бег на месте. Прыжки на правой. На левой. Шагом марш. На месте. Стой. Раз, два. Сейчас мы выполним с вами комплекс подводящих упражнений. Исходное положение, основная стойка. Выполняйте в ходьбе хлопки руками спереди и сзади под каждый шаг. Исходное положение, основная стойка. В ходьбе на каждый шаг выполняйте симметричные движения руками. Вперед, в стороны, вверх, вниз, назад. Выполняем бег с высоким подниманием бедра. Колени выше, спина прямая. Выполняем бег с захлестами голени назад. Пятки выше, спина прямая. Ходьба на месте. Выполняем многократные выпрыгивания вверх из глубокого приседа. Упоры присев. Выполняем 5-7 раз. А сейчас мы проведем с вами командную игровую эстафету. Эстафета наша называется «Попадание мячом. Цель». На расстоянии 8-10 метров устанавливается кегля или флажок. Каждый участник команды получает право на один бросок. Он должен постараться сбить мишень. После каждого броска мяч возвращается игроку. Если мишень сбита, ее устанавливают на прежнее место. Побеждает команда, у которой больше точных попаданий. А сейчас ответьте на вопросы.
Первый вопрос. Какие виды эстафет вы знаете? Подумайте. И второй вопрос. Что используется в качестве передачи эстафет? Пожалуйста, подумайте. Если вам понравился урок, поставьте смайлики. Я узнал, я научился, мне понравилось, я затрудняюсь и мое настроение. Благодарим за работу на уроке. Удачи и успехов вам в обучении. До свидания.